Здравствуйте, сегодня будем менять смеситель, который уже протекает, который испортился. Долго мы не могли поменять, тут уже все поело его, кранбуксы не откручиваются, и мы решили радикально его заменить. Сейчас мы это все просмотрим. Так, произвели демонтаж нашего смесителя старого. Вот такой сейчас будем крепить на его место. Сейчас мы это заснимем, покажем. Резиночки уже установлены, шли в комплекте. Все, поехали. Установка нового смесителя завершена. Буквально это произошло за минут 7. Сейчас включим воду стояковую и проверим, работает он или нет.